Всем привет! А я сегодня сижу в Мо-Сити, в торговом центре, одна, пью кофе. Вернее, это не кофе, а капучино. 32 гривны, но ничего, вроде вкусно. Я вообще кофе не люблю, никогда его не пью, обычно чай. Но сейчас решила попить капучино, так как чай я могу попить и дома. Сейчас будний день, а людей все равно хватает. Кстати, самое большее в кассе Макдональдса народу. Вот в пицца суши, в Японии хате никого нету вообще. А в KFC еще там немножко народу есть, в хате немножко. А в Макдональдсе больше всего. Интересно, что в Макдональдсе ложат в еду? Какой наркотик? Что люди сюда прут и прут? Я одно время тоже любила в Макдональдсе попитаться, но что-то мой организм в последнее время отказывается от Макдональдса. Поэтому решила попить капучино. Сегодня я как-то гуляю одна. Вообще не знаю почему. Может, надо подумать, походить в одиночестве. Иногда человеку нужно побыть в одиночестве. Подумать о чем-то. Ну, главное, не о негативном думать, конечно. Иногда приходят такие мысли. Но можно подумать о чем-то. Что делать дальше? Как дальше жить? Вот, не знаю. Сейчас думала еще, может, зайду в пару магазинов каких-нибудь. Типа там Бершки. Ну, вообще, на самом деле, мне Бершка не очень нравится, потому что там какие-то шмотки. Такое ощущение, что их привозят с Китая. Где-то там с заблудшего завода, и они все помятые. Может, это на редкость можно там купить какую-нибудь нормальную вещь, Бершки. Вот я думаю, может быть, я пройдусь где-то там в Кулинце или в Бершке. Хотя и в Кулинце я тоже не люблю, но бывают, выпадают какие-то вещички. Вот, могу вам показать. Сейчас мы идем с вами в Зару. Так, написано «Кроме заборонка». Посмотрим, что продают вообще. Чем дышит Зара? Можно волос поправить. О, прикольный пиджачок. Чё, где цена? А, вот, господи, почти 2000. Такое тоже по фигуре должен ложиться. А где тут плащ? О, кофточка. Да ну нафиг. О, нарядная. Смотрите, нарядная кофточка. Прям хоть на свадьбу. Цена неизвестна. Где эта штука, блин? А, вот. М-ка 699, 700 гривен. Вот, мне бы рюкзачок еще, сумку. Ну вот такой вот именно, наверное, не хочу. Это больше сумка. Такое, блин. Вон пиджаки тут, платье. Я. Привет. Платье длинное, но если бы я такое напялила, мне бы явно не подошло. Кстати, мне очень нравятся кардиганы, но я еще не купила его себе. Все никак не выбрала. На весну надо что-то брать. Я думаю, этот будет очень теплый. Курточки. Тут какая-то фигня висит. Ну, лично не в моем вкусе. Пиджаки люблю. Платьечки люблю. Свитера люблю. На-на-на-на-на.
цветочка, но опять-таки не мой это фасон. И это кофта тоже похожа больше на бабушкину кофту за 1300 гривен. Пальтишки, а вот юбочки кожаные, вот это мне уже по вкусу. Я люблю, у меня одна есть, но я вот недавно заметила, что она потрескалась. Так, а что так засвечивает? 899 гривен. Юбка кожзам, я так понимаю. Тигровые оттенки, леопардовые я не люблю. Немножко напоминает какую-то нотку колхозности. Пиджаки люблю. О, пиджак леопардовый. Ну, как-то, ты знаете, тоже не любители, неоднозначно. Ну, как-то так. Так, пошарюсь еще. О, кофта тоже необычная. Ребят, вылажу Зары уже. Короче, у меня всегда была такая проблема, острая проблема с выбором духов. Даже вот зайти в самый дорогой магазин, понюхать там духи дорогие за 5000, и они мне почему-то не нравятся. И вот я зашла в Зару, вот в Заре мне духи нравятся, реально. Там очень много крутых духов. Ой. Поэтому и еще, в принципе, приемлемые цены, классные духи, неплохо держатся. Поэтому я бы даже советовала. Ребят, сейчас мы с вами зайдем в Бершку. Посмотрим, что там интересненького нам приготовили. Ой, подождите, это упал. Я мимо Бершки прошла, короче. Пошла, зайду в Бершку. Так. Кофточка. Ну, как сказать, интересно, сколько она стоит? 500 рублей. Ну, в принципе, мне такие нравятся. Я люблю белые такие. Ну, вот это, честно сказать, за 1199 гривен фуфлишка. Еще и шито кое-как. Ну, на любителя. Может даже смотреться и неплохо, но расцветка такая более старческого плана. Тоже фигня. Не знаю, я хендин не купила бы. Чем мне засвечивать ценники? Так. Что мы тут имеем? Кроссы там еще продают. Кроссы, честно, мне нравятся. Люблю белые. Но они потом черные. Так. Фигня для меня. Пиджаки я люблю. Но, честно сказать, за такое качество и пошив пиджака я бы никогда не отдала 1200 гривен почти. Но это, блин, надо быть пи. Сами поняли. Фигня вообще, реально, отвечаю. О, и снова я. Хай. Так, это мужланская одежда. Вон еще женского. О, курточки там есть. Эти курточки можно посмотреть. Нейджел. Вот курточка неплохая. И цена более-менее не критичная. 719 гривен. Ну, знаете, ну, неплохая вот наполнитель такой, тверденькая.
Ну, вот это тоже что-то такое. Вроде интересное, но смотреть надо, как оно смотрится. Одень вот ценник. Можно и так вон носить. Честно, мне эти, то, что на мне вот курточка с пуховым таким, как его, капюшон с мехом, мне уже надоели. Ну, это фигня. Вот неплохо, но опять-таки цвет марки. Это ж трындец будет. У меня еще есть куртка белая одна, кстати, тоже, по-моему, с Бершки, между прочим. И я, блин, ее в химчистку должна сдать, потому что белый – это цвет катастрофы. Куча барахлишка. Так, пойду еще пороюсь. Посмотрю, почем все-таки вот эта куртка. Вот, ухожу я уже с Бершки. А, между прочим, если хорошо, внимательно там прокопаться, даже в тех же акциях можно найти достаточно классные вещи по огромным скидкам. Мне там одно платье понравилось. Оно стоило 1399. А сейчас стоит 169 гривен. Гривен. Ну, прикиньте, да, вот такая вот акция. Ну, я так пощупала, посмотрела. Классное платье, реально. Оно не выглядит там за 169. Оно даже за 500 гривен. Выглядит гривна на 800, может. Ну, как бы, в общем, я избегала раньше этих магазинов. Как-то мне не очень они. А сейчас вот смотрю, даже очень даже неплохо, если попадаешь под какую-то классную акцию, особенно там много товара идет. Правда, вот в мужских я смотрела, но там особо нет никаких акций, только в женских есть. Ой, что на меня так смотрят? А пофиг. Короче, мужские там я смотрела, бершки, футболки. Ну, блин, обычная футболка 350 гривен. Ну. Ребят, я перешла, короче, в другой магазин, в Европу зашла уже. Сейчас иду в Оджи.
Да. Посмотрю, что у нас есть здесь. Между прочим, тут тоже бывают неплохие скидки на очень классные вещи. Блин, куртка прикольная, но она показывает на камере почему-то бледный какой-то цвет. На самом деле она розовая. Ой, сори. Кофточки. Тут мне... О, 199 гривен, видите? Скидки. Здесь неплохие кофточки можно выбрать. Рубашка 500 гривен. О, кофточка. 479 Китай, мать его. Ну вот такая вот нежная футболочка. Так, по-любому 100 с чем-то гривен. 179. Ну, я не люблю вот такие вот. О, опять мои любимые пиджаки. Но тут уже видно, что качество неплохое. Ух ты. Джинсы классные. И пиджак классный, между прочим. Да что ж такое. Такие свитера так себе. Ну, такие блузочки я тоже, в принципе, люблю. А это что у нас тут? О, 199 гривен. Легкая кофточка. Ну так, а что? Качество неплохое, между прочим. Свитерок 679. Так, идет вальсом. Хотя цена тоже, в принципе, более-менее. А что мне нравится? Вот же у них неплохое качество товара. Курточки. О, типа кардиганчик. Да, тут когда-то было, кстати, много кардиганов. Юбочка. Шики блеск, но она зеленая. И очень длинная. Я кожаные люблю, но слишком длинные. Цена норм. Видите? 249. У меня по типу такого пиджака есть, только короткий. Мы маем, а тут кофточку. Цена 249. Честно, качество неплохое.
Ого, тепленькое такое. Ой, да что ж ты мутный такой? Ну так вот, и так вот. Ладно, отключу. Похожу-ка я еще, пожалуй, тут. Ребят, выхожу с Оджи. Тоже прекрасный магазин. Классное качество. Ой, офигенные скидки там. А, особенно может вам купить... Так, блин! А, купить можно там особенно платья какие-нибудь. Мужские вещи тоже, кофточки, футболки, женские футболки, кофточки, джинсы. Там есть скидки на это все. Можно найти там за 200, 300, 150, 400 гривен. Это достаточно недорого, учитывая то, что там очень классное качество. Мне нравится очень. Это будет лучше, если скупиться в таких вот магазинах, я думаю, нежели пойти в конфискат и купить какое-нибудь разрезающее говно. Извините за выражение. Вот так вот. Я уже налазилась. Думаю, для меня сегодня мой шопинг закончился. Сейчас поеду домой. Малой в школе, сейчас заберу его. В общем, круто, классно. Пронюхала, так сказать, положение вещей, лежащих в магазинах. Мне все нравится, можно брать, все супер. Так что, ребят, хотела сказать всем спасибо за просмотр. С вами была Ксения Аристархова. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь, короче, на мой канал. Bye-bye.